Алло, куповой набор. Куповой набор. Вот ты рука сзади. Думай, Хоффман, перемещай, стоишь. Пока не пропустим, не проснем. Давай! Жестче, Костя. Оп, руки. Давай. Герман Кричук, Герман, да ты мне не нравится, Герман. А ну давай собери. Какой удар. Баталия поставил, бегает, не знает, где бегать ему. Герман, форвард. Классно. А ворог и семьи на же походит. Ты не играешь, Герман. Ты не играешь, Герман. Патали не играет. Не хочу, ты не играешь. Сохраняйся. Николай Мазов, еще одно чудо вышло в перьях, блин. Еще одно чудо, да, Сама? Я не вижу твоего желания, блин. Тю-матю, блин. Да посмотрите. Марк, быстрее, работай! Герман, ты будешь садиться на... Марк, посвящи к нему. Ничего, сам думай, Марк. Саня, Шерван. Еще. Не надо уйти. Саня, плечу. Отскочил сразу, отскочил к нему сразу. Продай! Ниже, Саша, отскакивай! Как хотите. Давайте, давайте,
Как хотите, что хотите делать? Я вам все даю. На поле не хотели чувака? Я в машину поставлю. Одень. Смотри внимательно на игру. Чувака опустили? А ты пешком занял. Все, они заиграли в пас и все. А вы в этом, молодцы. Все, взяли, собрались. Собрались, ребят. Собрались. Какой счет? 3-1, 10-й по лигу. Я знаю, что он забил два кана. 3. Там посередине стоит. Я создал передвижение. Саня, одень, я тебе сказал. Не играешь, одень. Еще раз ты будешь в точке, одейте. Давай! Давай! Кому я показываю? Шире разошли. Жаль, тяжело выпало. Стали ноги. Давай! Это был дождь. А пробить? Назад. Смена! Саня, на лавочку сесть. Отдали! Дождь внимательно. А ты их подними, ты положи. Да. Я положи в карман. Где-то там ты ее кинул. Догнал! Сериал. Ну что, ну? Между дёрпнуть. Вон, дверку! Между, да, между. О! Давай, Кирилл! Герман, давай! Тоже можно к карту сбрасывать. Давай, Герман! Пойди домой.
Пас. Марк пошел. На мяч. Не начали хорошо, Саш, сядь на лавочку, не сиди на мокрой траве. Все равно есть лавочка, и какая разница, сядь возьми. Нормально мы. Видите, раскатали, пас, и все. Смотри, Леша выкат, а он просто полетел. О, пропустил. Правой внешне. А, чекай, сиди. Вперед, Петя, Богдан, вперед. Богдан, давай. Вперед, кто откроет? Смотри, Илья. Я можно было бы хорошую такую пятерку сейчас просто поднял. Сейчас видишь, как вот наперед, и замыкать нужно мяч возле ворота, Саш, слышишь? Всегда замыкать надо, всегда идти к воротам, к штанге. Видел? Ты видел момент, как замкнул? Видел? Пошел. Он пошел на удар и замкнул, пацаны. Вам, парни, нужно немножко быть позлее и посмелее, и пошире, не бояться, уверенно, не теряться, понимаете? И побольше таких ударов в пас, возле ворот пробивать и на ворота идти, на мяч идти нужно каждому, кто... И побольше пробивать. Давай, вперед, помогай. Наконец-то. Ваня молодец. Наконец-то. Ну раз в год ты понимаешь, да. Твою рациональность. На Влади посмотри. Саня. Брах, ты чайка. Чаек, машину, пойдем возьмем. Это правильно, а так вас надо жарить, чтобы вы, блин, играли, иначе не будет. Кто встречал игрока с мячом? Правильно. Ну, играть надо. Мазепа, Тимур. Страхуй его. Забивай его вдоль. Тут 6-2.
профессионал. Видишь, что такое моменты? Вот к воротам. Блин, Дима забил парашютиком.